Приветствую всех на канале ICO стартапов. В данном видео мы обратим внимание на компанию Life.edu. Она добавлена на ресурс ICO Tracker. Здесь предоставлены все социальные ссылки, ссылки на информресурсы, на white paper. Более подробно изучить, ознакомиться с этой компанией. Итак, давайте перейдем на главный сайт для более подробного изучения. Итак, эту компанию мы будем разбирать с Артемом. Артем, привет. Всем привет. Что мы можем видеть на сейчас? Идет обратный отсчет времени, осталось всего лишь один день, 22 часа полностью завершения или до бонуса? Это окончание бонусов 13%. Компания у них заканчивается 10 февраля, если они ничего не изменили и не соберут быстрее хардкэп. Хардкэп у них 10 миллионов долларов как бы. Да, вот. И на сейчас мы можем видеть, собрали они 8,6 миллиона, то есть до 10 не так уж много уже осталось. Ну да, цена по токенам это 1 доллар 10 токенов, ну и бонус 13% сейчас. Вот. Вначале бонус был 20%, то есть не так страшно, как бы сейчас приобрести, чем там на пресе было. То есть проект интересный. Ну, как понятно уже из названия, проект в обучении, можно его, наверное, сравнить с BitDegree немного. Вот они сравнивают. Тоже свой проект, вот у них есть внизу табличка, они сравнивают с Plural Site и с Lynda.com. Lynda.com, кстати, купил LinkedIn за 1,5 миллиарда долларов. В принципе, Life.edu делает плюс-минус то же самое, только все дешевле, быстрее создается контент дешевле. То есть, кто желает обучаться, платить надо будет меньше, потому что себестоимость контента у них вот примерно 500 долларов, а на Lynda.com создать один урок стоит 50 тысяч долларов, ну то есть создать один курс. Ну и на соседнем Plural сайт тоже также 50. Ну да, да. Собственно, это очень большой конкурент будет этим монстром, назовем их так. Ну да, партнерится тоже Life.edu уже с Microsoft Azure, с Банкором, Kik.io, еще у них CoinHills, достаточно много чего. Это уже реально рабочий проект у них с 2015 года. Они, Twitter у них тоже там с 15 или 14 года, Telegram достаточно большой, 2012-2013 у них было на Telegram. Рынок обучения вообще всего в 2013 году был больше 300 миллиардов долларов, и как бы есть куда еще дальше расти. Какие у них будут лайвстримы, видео, чаты, и как я понял, они еще вроде бы как собираются виртуальный контент вести туда. Тоже будет на самом деле интерактивно. Вон в России же в школах тоже какая-то, не помню, виртуальную реальность вводят, уже был какой-то проект. То есть можно будет дома через виртуальный контент, в принципе, обучаться, думаю. Это будет интересно. Какие проблемы они разрешают? Это то, что нету никакой обучаемой платформы, которая учит студентов и профессиональных работников, как построить их полный продукт. Например, у Life.edu уже есть курсы по дизайнеру, по программированию. Можно зарегистрироваться, и уже там есть много контентов, у них больше 5 миллионов просмотров контента из 194 странов, больше 13 тысяч стримов, и воспользовались больше миллиона людей уже, их платформы. У них будет, как я понял, премиум-контент и не премиум-контент. Но только премиум контент будет токенизирован. Вот. Премиум контент это будет
хорошо он выстроен, то есть для обучения. Я не очень понял, что будет не премиум контент, это может какой-то, не знаю, нет докторов, нет профессоров, от каких-то, то есть, конечно, мы можем сами создать, наверное, контент, если мы в какой-то теме более-менее разбираемся, и, наверное, это будет считаться как не премиум контент. Я точно не понял, что значит не премиум контент. Премиум, скорее всего, то, что заключать уже с ними, ну, более крупные, это какие-то... Ну да, наверное, от университетов и так далее, возможно. Ну и заключать договора, и они, собственно, ну, то есть на монетизацию как-то так же все происходит. Ну да, по поводу токена самого, 30% полученных, ну, деньги они будут зарабатывать с подписок, да, 30% от тех полученных денег за подписки будут сожжены, то есть токены будут со временем их становится все меньше и меньше. Еду токены могут быть использованы как право на голос и решение в сети, что будет происходить. Также они собираются расширить свою сеть в Китае, Россию и Португалию, то есть или вот эти языки добавить, то есть непонятно, это в эти страны не собираются. Но у них есть разработчики тоже там, какие-то ребята из России, русскоговорящие, и все топики они собираются по роудмэпу открыть в 2019 году. Вот роудмэп у них так. Они во втором квартале 2018 года собираются сделать Android и iOS application. Уже, по-моему, альфа-версия у них какая-то где-то, я, по-моему, виден. Дальше они собираются бизнес-ту-бизнес. В четвертом квартале 2018 года решение сделать больше уже 700 проектов. Ну, то есть, в принципе, с каждым кварталом они собираются больше проектов создавать, больше направлений. Там у них собирается обучение по блокчейну, что такого, на самом деле, сейчас мало всяких курсов по блокчейну. Вот. В адвайзерах у них есть, кстати, Тамаки Сато, это фаундер Starbase. То есть в Азии, в принципе, им, наверное, открыт Starbase, там тоже у них много партнерств, и Тамаки Сато, Starbase был такой нашумевший проект. Вот, правда, они там откладывали долго это все дело, но все равно. Ну, после ICO шума такого нету, я бы не сказал. Ну, они, да, там, наверное, еще. Ну, долго они просто затянули, наверное, с релизами тоже долго тянут. Ну, это Starbase, это как бы другая история. Что там еще? Писали про них в Forbes, CNBC, много где про Life еду писали, то есть маркетинг работает у них, в принципе, хорошо. White paper тоже, на самом деле, очень понятно. Единственное, по-моему, у них не было... А нет, вот есть у них и на русском. Есть, на 28 страниц. Ну да, white paper на самом деле очень простой, все понятно, изложено, как у них это все будет работать. Вот. В принципе, реально интересный проект, уже работающий. Может быть, и их LinkedIn когда-нибудь купят. Кто знает. Или какой-нибудь Facebook. Либо это Microsoft Azure, с которыми они уже запартнерились. Почему и нет? Ну, в любом случае, посмотрим. Как бы. И видно то, что интересное по количеству собранных средств. То есть интерес у участников есть, потому как 86 миллиона довольно-таки немаленькая сумма, которую они собрали, и до хардкэпа не так уж, собственно, далеко. Ну, компания зарегистрирована в Англии, в Лондоне, что еще больше внушает как бы доверие компании. В Англии, в принципе, законы никак в постсоветском пространстве. Там все куда жестче. Ну, будем резюмировать тогда. Что сказать? Ну,
Время еще есть почитать, в Телеграм зайти. Да, времени предостаточно. Вот в Телеграм мы не показали. Я хочу еще раз показать. Больше 12 тысяч участников, людей, которые интересуются, следят. То есть возникнут вопросы, в принципе, напрямую можно задать в процессе изучения, если возникнут, собственно. То есть, вот. А мы, в свою очередь, были рады поделиться с вами информацией о компании Life.edu, которая, грубо говоря, еще далеко до завершения, но очень близко до хардкэпа. Вот, потому, друзья, изучаем проект и принимаем решение. Кому было интересно полезное видео, будем благодарны, если вы поддержите это видео, поставив палец вверх. Отдельно будем благодарны, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать последующие видео о других ICO-компаниях. Еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания. Всем пока. Thank you.